Серьезно? Да, там кепа такой подарил, мокрый, как глаз. Все, вырубает. Что, выливает? Да. Куда мы его выливаем? Сюда обычно? Да. Вырвел? Включаю. Давай. Почти до полна. Блин, ну если он чпокнет вниз, то, короче, нам смерть. Чего? Раскаляется, потому что железо с водой — это очень плохо. Горит как-то. Синим пламенем. Короче, этот углерод горит, и он сейчас нам выдает... Он нам выдает отнюдь не веселящий газ. А что выдает? Угарный. А, то есть вот этим дышать нельзя? Ну, можно немного, но немножко. То есть он хуёвый, ну, угарный газ, что он хороший, что ли? Блин, синеньким. Это цинк, походу, типа, оцинкованный. Сколько там ампер? Да, блядь, 190 вольт, 8 ампер. Не хочет. 1702. О, пошло. Все, расплавится, вырубай. Я чуть-чуть расплавится еще. Сделай послабее. Он может сгореть же там снизу, и будет большая печаль. Ебанет, что ли? Ну да, она же мокрая внизу. Это. Сливаем? А кто это где он сгорает там? Ну, он типа горит. Обычное дело. Сливаем. Давай его ебанем, пусть не горит. Нет, зачем ему гореть? Вырубай. Все, подожди. Вырубай. Черт. На тогда камеру. Давай, погнали. О, блядь. Болты расплавлены. Сталь попячили. Угу. Долюга. А сейчас. Его придерживать надо. Во! Летает. Хуёво что-то летает. Нормально, сейчас он расплавится и брызнет, черт побери. Не-не-не, не брызни. 140 на 20 это будет. Да много. Он даже плавиться не хочет. Хорошо летает, черт побери. Можно его крутить, блин, нагрелось. Плавиться что-то не хочет. Да, дымят.